уже второй раз, когда солисты Государственной капеллы Москвы имени Вадима Судакова посещают город Сад Видное. Отмечают, что здесь очень благодарная публика и уютный концертный зал главного усадебного дома Тимохова-Саласкина. Выступать одно удовольствие. Очень понравилось, голоса очень сильные и прям на дрожь пробивало, настолько было. И акустика очень хорошая. Я смотрела все время с улыбкой. Я уже второй раз на таком мероприятии. Я в восторге с ребят, с голосов, как они двигаются в это время еще. Это просто шикарно. В этот раз капелла выступала хоровым составом. В репертуаре популярные советские и российские песни отечественных композиторов. Александры Пахмутовой, Исаака Дунаевского, Микаэла Таривердиева. Наполненные смыслом композиции о любви, о дружбе и о патриотизме. Мне кажется, что просто сейчас на самом деле и наша эстрада, и попса, так называемая, они обращаются к классикам именно песни. Потому что мало что придумано, сочинено хорошего нового. Хотя мы сегодня пели песню Сергея Трофимова, называется она «Родина». Это очень тоже хорошая патриотическая песня, без лишнего пафоса, но очень содержательная, от первого лица. Замечательная песня, которую нам подарил нашему коллективу. Среди гостей концерта и победители конкурса, который проходил в социальных сетях телеканала «Видное ТВ». Я первый раз выиграла в конкурсе какой-то приз, столько раз всегда участвовала в различных конкурсах разных. И мне было очень приятно получить билеты и этим субботним вечером посетить такое интересное мероприятие. Программу с песней по жизни с удовольствием послушал и давний друг капеллы, актер театра и кино Георгий Мартиросян, который имеет опыт сотрудничества с солистами. Я ничего не могу с собой сделать, у меня просто тихо выкатывались слезы. Это абсолютно, я не знаю, это то эмоциональное, что тебя точно берет за душу, и что ты не можешь ничего с собой сделать, потому что это исполнено, сложено, и вот в той самой... Знаете, когда это трогает до глубины души, честно, абсолютно, как на духу. Гостян Александр Логинов, Гульнара Балаева, «Видное ТВ».